Сегодня 8 марта. Вот хочу показать, как под зиму сажали чеснок. Вот видны всходы чеснока. Вот они. Так, щавель же еще всходит. Щавель вот. Щавель в том году сажали, вот он всходит. Щавель. Тут два рядка щавеля. Щавель всходит. Потом что у нас еще всходит? Еще всходит лук. Лук вот сажали тоже. Вот лук всходит. Но не так много видно пока, но есть прям видно регулярно. Вот тут вот всходит лук. Вот на той грядке тоже немножко лука всходит. И еще петрушка в том году сажали поздно. Вот, но петрушка тоже видна. Если посмотреть, то можно разглядеть вот здесь петрушку. После зимы вот небольшая грядочка петрушки. Сейчас, ну есть, да. Сейчас еще посмотрю, вот здесь сниму. Ой, как тут жарко-то. 21 градус. Какой 21, 24 градуса. Это 21 с открытой дверью было. Ой, сейчас, вот. Всходит редиска. Там только начала всходить. Тут вот всходит чуть побольше. Но вообще, наверное, зайдет. А вот тут сходит шпинат. Но вообще больше всего взошло вот там. Надо будет прореживать. Так что, ну вот тут тоже есть, видно, шпинат сходит. Так что всходы есть, редиска частично всходит, шпинат сходит. Посмотрим, когда они будут зреть.